Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юрий Олешников, профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре. Сегодня я буду делать тест гитары Cort. Эта серия называется Gold OC8 Nylon. Интересная серия. Здесь используются такие породы деревьев специфические. У этой гитары верхняя дека массив ели, а вот нижняя дека и обечайка – это массив железного дерева. К сожалению, какое именно железное дерево здесь используется, я так и не смог выяснить, но их не так много видов. Основная особенность этого дерева – то, что оно впитывает влагу и при этом не гниет. То есть такой вот интересный есть момент. Эта серия, она уже такая более дорогая у фабрики Cort. И здесь у нас хороший датчик установлен. У этого датчика есть тюнер. И этот датчик работает от микрофона, то есть снимает звук, да, микрофон конденсаторный. И в паре он работает с пьезодатчиком. Поэтому на самом деле настроек у вас получается достаточно много, и мы покажем, запишем в линию гитару, чтобы как бы сравнительный элемент вы получили, как гитара звучит на микрофонах и как идет съем звука. Механика здесь профессиональная, с возможностью доводки люфта, накладка черное дерево, здесь есть точки. Причем их достаточно много. 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17. Здесь 20 ладов. Да, то есть стандартно это 19 ладов, здесь 20. Есть вырез, и поэтому у вас комфорт игры в верхней позиции. Да, то есть очень удобно здесь все играть. Кроме этого, здесь есть еще два крепления для ремня. То есть две пуговицы. Что тоже крайне удобно, потому что, в принципе, любой ремень вы можете тогда брать и фиксировать гитару, если вам нужно играть стоя. Вывод, гнездо, да, для подключения у нас находится в этой части гитары. Это значит, что нам будет удобно играть также сидя на ней. Потому что, когда выход с этой стороны, да, то нам иногда неудобно для ноги. Потому что здесь находится гнездо, и нам приходится использовать тогда шнур только угловой. Вот. А здесь можно использовать и прямой шнур. Значит, поскольку гитара с подключением, мы будем делать тест просто на микрофоны, как всегда, записывать и делать в линию. Давайте сначала послушаем, как звучит бас. Микрофоны. Как в линию у вас звучал звук, да, потому что я не могу в реальном времени это отследить. Но если говорить про акустические, да, свойства гитары, в принципе, достаточно глубокий басок, длина баса хорошая, и, в общем-то, достойно инструмент звучит. Давайте теперь верхний регистр. Сначала просто микрофоны.
руки не обтянулись еще, поэтому... Гитарка расстраивается. А теперь в линию. Если говорить про акустические свойства, да, достаточно ровная верхушечка у нее, и длина звука тоже вполне. При этом, знаете как, вот здесь струны очень низко стоят, но это особенность многих гитар, которые делаются с подключением, чтобы они стояли низко и чтобы инструмент был мягкий. То есть на этой гитаре не заложен функционал, что она будет звучать только вживую. Да? Функционал закладывается с учетом того, что вы, скорее всего, будете чаще играть с подключением на концертах. Да? Поэтому она, может, не такая мощная, да? Но при всем при этом краски у нее есть достаточные. То есть это классическая гитара. Да? По крайней мере, у меня таких больших нареканий нет. Пластмассовости как таковой нет у нее. Бывает такое, что инструмент, когда с подключением, он немножко пластмассово звучит. Да? А эта гитара, она просто звучит не громко. Но при всем при этом у нее хорошие частоты. Вот в этом ее особенность. Так, флажолеты. Сначала микрофоны. Передатчик. Флажолеты так достаточно хорошие. Здесь стоит нейлон, да, поэтому если поставить, я бы поставил карбон сюда, конечно, будет немножко почетче еще, да, то есть поконкретнее будет звучание флажолетов. Так, теперь давайте послушаем ординарио, соль Понтичелло и соль Тасто. Теперь то же самое в линию послушаем. Акустически, если говорить про гитару, то есть здесь есть отклик и соль Понтичелло, и соль Тасто, очень четко слышно сразу, что звук видоизменился. Давайте теперь послушаем аккорды в микрофон. Вот акустически, я уже говорил про это, не громкий инструмент, но он достаточно такой красочный. Теперь линия.
Стоит еще отметить, что с этой гитарой в комплекте идет чехол. Вот он стоит позади меня, такой добротный, плотный чехол с хорошими лямками, утепленный. Это на самом деле очень здорово, что производитель, он сразу заботится о том, чтобы гитарист, музыкант, да, получил сразу полный комплект. Вот. Еще, пожалуй, наверное, только осталось шнур, да, для подключений, чтобы они клали. Вот. Но на самом деле этого достаточно. Пояснение, если кто-то интересуется, мы в линию подключались через пассивный Direct-бокс. Микрофоны у нас стандартные во всех тестах. Поэтому здесь мне вообще понравилось то, что вот очень такой продвинутый датчик здесь стоит. Он стоит, ну, реально на дорогих инструментах все время. Вот. И тюнер здесь все работает. В комплекте тоже производитель кладет батарейку. То есть все здесь достаточно качественно. И все проклеечки, все это сделано очень хорошо. Очень достойный инструмент, поэтому делайте выбор самостоятельно, конечно же. В конце ролика я хотел бы поблагодарить компанию Lütner, официального поставщика Guitar Cord России, за предоставление инструмента для теста.